четыре, три, четыре, раз, два. Кто шагает дружно в ряд, семи струны наш отряд. Пионерская барабанная дробь и лирические пассажи с одинаковой легкостью удаются музыкантам летней школы «Русская гитара» в Лапине. Она открывается уже во второй раз, но если в 2019 году это была лишь проба пера, то сейчас полноценный проект, получивший поддержку фонда президентских грантов. Чтобы попасть сюда, участникам пришлось принять участие в серьезном онлайн-конкурсе, сыграть русские произведения на 6- или 7-струнной гитаре. Более чем из 1000 музыкантов компетентное жюри отобрало 30. В результате у нас самые лучшие со всей России и не только. И именно те, которые вот мотивированы заниматься инструментом. Да, именно те, которые бы хотели играть русскую музыку на русской семиструнной гитаре. Одним из учащихся летней школы стал лауреат фестивалей и конкурсов педагог дополнительного образования Одинцовского центра эстетического воспитания Андрей Гришкин. Он руководит объединением «Мир гитары» уже 4 года, учит ребят игре на академической шестиструнной гитаре. Однако всегда мечтал освоить семиструнный инструмент, поэтому с удовольствием принял участие в отборочном конкурсе. Очень нравится, и всем ребятам нравится. Атмосфера великолепная, настроение у всех хорошее. День очень насыщен у нас. У нас постоянно репетиции, оркестры, специальности, мастер-классы, лекции. То есть мы в таком пространстве, что только стоит радоваться. В летней школе 2 недельных смены. Сейчас идет первая. Вторая стартует 1 августа. Самому младшему участнику 10 лет, самому возрастному 38. Но все ученики, вне зависимости от возраста, внимательно прислушиваются к наставлениям опытных педагогов. Начинаем тихонечко. Тихонечко, да, на таких полутонах вступление меланхолические. Вот. Играющих на семиструнной гитаре музыкантов сейчас в России немного, поэтому в летней школе постигают секреты игры на этом редком на сегодня русском инструменте и профессионалы, и новички. Школа для любителей, для профессионалов, и это очень важно, иметь разный репертуар и сделать так, чтобы, в общем-то, некогда очень популярный инструмент не забывался, не заносился в Красную книгу, и чтобы он имел какое-то будущее и продолжение. От академической гитары русская отличается уникальным мажорным звучанием. И именно она позволяет в красках исполнить произведения русских композиторов и является прекрасным аккомпанементом для романсов, цыганских и народных песен. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».